Мэри. Семейство сплюх. Никто не хочет выходить, никто не хочет работать, да, Марюша? Ну и ладно. Друзья, всем привет. Суббота. Последний день осени. Сейчас до обеда поработаем. И все. Будем отдыхать. Что у нас сегодня в планах? В принципе, я в утреннем ролике все рассказывал. В планах у нас... В планах у нас залезть на крышу, на чердак вернее, и подключить сюда 220 вольт. В гараже сделать, повесить, а лампа уже есть, в принципе, какой-то светильник, лампу повесить. И в том же сарае то же самое сделать, вывести питание на свет, сделать одну розетку и просверлить отверстие в стене. Ну, где-то здесь. И поставить светильник с датчиком движения на входе, чтобы при входе, при выезде, заезде загорался свет и было видно, кто заходит, куда заходит, и не было нам темно. Такое соединение получилось. Спустил провод. Сейчас покажу. Спустил провод вот сюда. Вот. Поставил автомат. Это ноль. Это коричневая фаза. Точно так сделал в этом сарайчике. Вот опустил автомат. Ноль и фаза и будет идти через автомат сюда.
четверти закручиваешь. Закручиваешь четверти. Ты что, шурупы жалко? Я бы вообще первый распорядить. А, тут разницы нет. Туда и джук. Сейчас самое главное проверить. Тягу. Да. Я еще, знаешь, чем распаривал? Вот обычная горелка, то, что... А, газовая, да? Да, газовая. Оно быстро так, чик. Да, хорошо. Бумага, оно трошки... Штырьками надо было. А не, иголками самое лучшее. Иголками, говори. Ну, иголками, да. Ну, я понял. Сейчас. Оно еще сыровато на улице. Ну, как раз проверим тягу. Да, давление, тяну. Конечно. Ну, дыма ж уже нет. Вытягу. Уже тяга есть. Идет, да? Вытягу. Вот так оно будет сейчас разгораться. Ага. Ну, видишь, тяга какая пошла. Да. Так, пошел белый дым. Решение принято в Ватикане, да? Так же, да, там? Да, да. Папа, папу выбрали. У нас белый дым пошел. Все, четко. Тяга есть? Главное сюда. Не-не-не. Оно и не горит нормально, как раз дыма много, понял? Как раз мы и проверили. Оно сейчас, когда нагреется, еще лучше будет тяга. Сейчас он немножко прогреется. Это я знаю еще из прошлой жизни, как он стоял там на пятом этаже. Да-да. Да, ну таких труб, конечно, тогда не было. Классно. Ну вот, в принципе, и все на сегодня. Жду комиссию по приемке. Сейчас пойдем Светлане покажу. И вам покажу, что сегодня сделано за день. Светлана, на трубу посмотри. А я уже вижу, что уже топится. Заходите. Всем привет. Привет, привет. Мэри, пойдем, иди сюда. Тут уже можно раздеваться. Тепленько. Только растопили недавно. Да, да? Там пару поленец. Совсем. Да, вон они, смотри, еле-еле тлеют, видишь? Они сырые, просто погода сырая. Мэри, помнишь эту печь? Помню, конечно. Надо будет поленца заносить. Да. Можно в эту. Вон, слушай, тяга. Видишь? Да. Сейчас разгорится. Сейчас я градусник принесу. На просушку посмотрим, можно заносить, да? Поленца складывать. Да. В общем, поставили нам сегодня трубу, установили. Труба нержавейка. Класс. Тестируем, да? Да, тестируем первый запуск. Теперь смотри, Свет. Там сейчас порог сбивают. Будут потом
плитку ложить. Смотри, теперь здесь сделана вот так, выведена розетка. Ну, автомат, то такое дело. И вот уже Миша попробовал, Миша достает, я специально опустил. Короче, в гараже есть электричество, и можно подключить еще и розетку. Ну, я так на временное сделал. Поняла? Класс. Ну, конечно. И это еще не все. Пойдем. Ну, и такое же стоит. Я сделал, вот она, розетка. И такое же сделано здесь, в сарайчике. Освещение, да? Да. И освещение уже все работает. И станки все работают, все подключено. Тоже все временно, понятно, но зато уже нету ни переносок, ничего, все введено. Тоже стоит автомат, вон он, видишь? Ага. И это еще не все, выходи. Еще не все. И это еще не все за сегодня. Мэри. Смотри. Да, в темное время суток. Ну, надо еще потом, может быть, его нужно, может, подрегулировать. Может, куда-то туда, левее, ниже, выше. Но я хочу, чтобы срабатывало, когда кто-то заезжает или мы заходим, чтобы было светло. Это очень хорошо. Его можно регулировать время суток, длительность свечения и повернуть ниже, выше, лево, вправо. В общем, вот такая работа. Молодец. А что на вечер у нас? Куда нас пригласили? Мы поедем в гости. В общем, друзья, вот такая работа была. Шумно целый день. Ну, все работают. Работа кипит. В селе только так. Тем более у нас мы стараемся все сделать. Сегодня уже снежок пролетал. А и сейчас потихоньку прилетают снежиночки. Мы поедем вечером в гости. Ну, куда? Это уже покажем вам в следующем ролике. Обязательно покажем. А пока добра всем, здоровья и самое главное, мирного неба. Всех ценим, любим и уважаем. Ваши Журавлёвы. Мы надолго не прощаемся. Скоро увидимся. Рюш. Протопим сейчас так хорошо. Живое тепло. Подпишись вот сюда. На вот это.